был побежден, но история Цири и ее необычайного дара еще не окончилась. Благодаря помощи чародеек ведьмак установил, что Цири и Авалак находятся где-то на острове Ундвик. Геральт и Йеннефер отправились на поиски. Последние слова Иридина все-таки оказались ложью. Авалак не похищал Цири. Он лишь сопровождал ее как наставник в путешествии к порталу в башне Тор-Гвалка. Цири вошла внутрь, чтобы воспользоваться своей силой и раз и навсегда избавить существующие миры от гибели, которую нес им Белый Холод. Прошу за мной. Господин капитан! Докладывай! Четвертый эскадрон КТ и вся дивизия Фрунсберг дезертировали. Генерал Вуорхис уже знает? Он на совете. Туда никого не впускают. Вздор! Немедленно ступай и доложись. Насхан Асгвин. Сейчас здесь будут реданцы. Его решать надо немедленно. Идет. И если император промолчит, это сделает кто-то другой. Хайн Вадгерн Геральт. Его величество был бы уже хладным трупом, если бы нынче ночью мои молодцы не задержали наемного убийцу. И думаешь, это дает тебе право на наглость? Я думаю, что следующее покушение — вопрос времени. И я не уверен, что нам удастся его Говори. Цири мертва. Как это случилось? Знаешь пророчество о Белом Хладе? Цири попыталась его предотвратить. Ей удалось, но она заплатила за это самую высокую цену. Где тело? Не думаю, что его когда-нибудь удастся отыскать. Кто еще знает? Авалак. Эльфский знающий. Но его ты тоже вряд ли найдешь. А Йеннефер? Она решила остаться на севере, если у тебя нет возражений. Нет. Что ты? Меня кое-кто ждет. Рис Меригольд? Не бойся. Я не собираюсь ее преследовать. Цирилла говорила что-нибудь? Она хотела мне что-то передать. Она жалела, что не может с тобой проститься. Она сама тебе это сказала? В этом не было нужды. Я знаю, что она хотела с тобой примириться. Если это все, то я пойду. Не все, но ты можешь идти. Ведьмак, я не хочу... Не хочу тебя больше видеть.